Арестованных в России активистов Greenpeace, обвиняемых в пиратстве, могут осудить и по более серьезной статье – хранении наркотиков. Во время обыска на борту судна «Arctic Sunrise» обнаружены наркотические средства и, цитата, «аппаратура двойного назначения». Экологи, в свою очередь, заявление о находках на корабле назвали клеветой. В Greenpeace полагают, что таким образом следствие пытается отвлечь внимание прессы от самого факта ареста активистов организации. Вадим Милицын изучил новую страницу в деле о пиратах Печорского моря. Следственный комитет России продолжает рисовать групповой портрет экипажа «Arctic Sunrise» крупными яркими мазками. Пираты, они еще и наркоманы. Как без этого? При обыске ледокола, на котором активисты Greenpeace пытались прорваться к платформе «Приразломная», обнаружили наркотические вещества. В связи с этим в рамках дела некоторым задержанным могут быть предъявлены новые обвинения. Greenpeace заявление о наркотиках отвергает. Представители организации предположили, что речь идет о медицинских препаратах, которые хранились во взломанном пограничниками сейфе. На корабле, который стоит сейчас без экипажа, можно было найти что угодно. Точнее, то, что нужно в данный момент, говорят правозащитники. Рекордную партию колумбийского кокаина, группу рабынь из Бангладеш или же химическое оружие Башара Асада. Как считает депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев, нынешняя война Кремля с Гринписом базируется на фундаментальном неприятии российскими властями предположения, что общественные организации могут выступать с идейных позиций, не служа интересам каких-либо государств либо корпораций. У российской элиты и персонально у президента абсолютно конспирологическое сознание. Поэтому я думаю, что он совершенно искренне воспринимает все происходящее как заказ какой-нибудь условный Shell или ExxonMobil, который борется против российского Газпрома в конкурентном смысле. Да? То есть что одна компания будет бороться против другой, потому что наш президент, он вообще не очень понимает вот этих общественных движений, он не понимает, что они могут существовать сами по себе, а не в качестве орудия конкурентной борьбы. Greenpeace не прекращает попыток убедить власти России в мирном характере своих действий. В поисках справедливости экологи готовы дойти до российского президента. Исполнительный директор Greenpeace Куми Найду направил письмо на имя Владимира Путина, в котором попросил его о личной встрече. Куми Найду напомнил Путину о недавнем высказывании российского лидера о том, что задержанные активисты никакие не пираты. Тем не менее, экипаж «Arctic Sunrise» обвиняют именно по этой статье. После того, как нашим активистам вновь отказали в освобождении под залог, я написал письмо президенту Путину, в котором выразил желание как можно скорее встретиться с ним. Я готов выступить личным гарантом того, что задержанные никуда не сбегут, если их отпустят под залог. Они будут оставаться в России столько, сколько потребуется. Глава Greenpeace напомнил, что на следующий день после ареста экологов в Печорском море ООН обнародовала доклад об изменении климата, в котором говорится, что человечество более не может позволить себе вести разработку новых месторождений энергоносителей. Таким образом, действия экипажа «Arctic Sunrise» были продиктованы заботой о сохранении экосистемы российского севера. Письмо Куми Найду было передано в среду в российское посольство в Гааге. До Кремля оно пока не дошло. Между тем, в мире продолжаются акции протеста с требованием освободить задержанных активистов Greenpeace. В Париже протестующие в знак солидарности с так называемой «Арктической тридцаткой» повесили баннер на здание, в котором размещается местное представительство «Газпрома». Мы будем стоять здесь до тех пор, пока нас не примет глава представительства «Газпрома» во Франции. Мы требуем остановить бурение в Арктике и освободить наших коллег. Противостояние с Greenpeace продолжает наносить властям России большой имиджевый урон. Иллюстрируя эпизод с «Arctic Sunrise», западная пресса напоминает о других примерах использования российской юридической системы в интересах нерушимого союза власти и крупного капитала. Если уже говорить о пиратах, пишет часто, в частности, британская «The Times», то истинный капитан «Черная борода», сидя в Кремле, играет со своими любимыми швейцарскими часами. А его команда в это время пересчитывает в сундуках «Газпрома» золотые дублоны. Вадим Милицын, телекомпания RTVI.